все знают, да, что такое госзакупки, что такое федеральный закон о госзакупках. Он не один уже, их два основных. Вот 44-й федеральный закон, и еще все знают, на чем это построено, да. Кто даст цену меньше, тот и будет, допустим, там, строить, снабжать, выполнять и прочее. То есть, кто даст меньше. Ну и вот, значит, тему строительства. Так вот, если взять, строителей все больше, да, а, ну, собственно, и возможности взять, получается, тот или иной заказ все меньше. То есть нужно постоянно где-то что-то демпинговать, а денег все меньше. Ну и вот, допустим, такая абсурдная ситуация. Денег совсем мало, ну, допустим, строительный объект, дом жилой, допустим, да, ну, скажем, трехэтажный объект, допустим, в первую очередь строительство. И конкурс. На конкурс 100 строительных организаций. Ну и вот там какие-то крохи получили, строили, наконец построили. Ну, жильцы довольны, там подписывают договора, все линии социального найма, да, и вселяются в эти дома, приходят в дома, а там, короче, ну, на месте этого дома стоит шалаш. Все такие: как так? Мы вот получили ключи, вот, а тут шалаш, тут какие-то калитки какие-то, там калитка, номерки квартир такие. Все такие: что такое? Они к руководству, там, к администрации, там, Николаевской: что такое там, почему это самое, такая ситуация? Мы вот в дом же вселились, а это самое, там, а тут нам шалаш дают. Это же объект, в первую очередь, строительство. Им говорят: ребят, ну вы договор свой читали, а со с нами такие: да мы подписали, мы ключи получили, все. Ну вы почитайте. Те читают: ну все, вот дом, там квартира, там кран, душ, а тут же шалаш, тут ничего нету. Как так? И говорит: вы читайте, мелкими буковками ниже написано, вы что это подписали? А те читают, мелкими буковками внизу написано: перед вселением заказать за свои средства обязуется наниматель жилья, обязуется пригласить бригаду, значит, бетонщиков, сварщиков, плотников, штукатуров, каменщиков, водопроводчиков и так далее. Вот. Чем нам в дальнейшем, я думаю, грозит вот это вот дальнейшее применение в таком виде вот этой вот нормативной базы. Уважаемые зрители, уважаемые слушатели, друзья и гости канала Роман Зайцев «Живу на ДВ». То, что было в конце, вы услышали, это был анекдот, родившийся по ходу повествования того, что я вам рассказывал о нашей ситуации, да, с федеральными законами и прочим. А теперь, внимание, вопрос. Неужели люди Николаевска на Амуре и Николаевского района достойны того, чтобы жить в таких условиях?